Одно из недавних пополнений спецсостава – спортивно-оздоровительный вагон. За казенным названием скрываются спортзал, кабинет косметолога и хамам. Спортзал не очень похож на обычный фитнес. В нем нет штанг, зато есть татами, скамья для пресса, тренажер для гиперэкстензии, степ-платформа, тренажеры для мышц бедра и гантели весом до 8 кг. Соседнее помещение – кабинет косметолога. Впрочем, укомплектован он не только техникой для омоложения. Внутри установлены аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор и монитор пациента. То есть медицинская техника, необходимая для реанимации. Но есть и косметологическое оборудование. Аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн, аппарат ультразвуковой терапии, лампа-лупа и все возможные расходники. От одноразовых игл до масок для лица. Последнее помещение – хамам и душ с режимом ароматной пены.